Судья в ринге, судья национальной категории Борис Искра, город Черкасы. Секунданты, пожалуйста, сядьте на стульчики, не опирайтесь о ринг, всех лишних удалите там сзади себя. Садитесь и смотрите бой без комментариев. Бокс! В красном углу ринга отдыхает Юрий Майдаков. Он 2001 года рождения. Боксом занимается 3 года. Провел 29 поединков и в 25 одержал победу. Имеет первый юношеский разряд. Является финалистом регионального чемпионата Украины в городе Харьков 2014 года. Тренируется под руководством тренера, мастера спорта Украины Александра Пискун. Синим углу ринга отдыхает Юрий Майдаков. Синим углу ринга отдыхает Максим Кофа. Он 2002 года рождения. Имеет первый юношеский разряд. Представляет город Черкассы, ДЮСШ Виктория. Боксом занимается 3 года. Провел 40 поединков, 38 одержал победу. Является победителем международного турнира в городе Энергодар.
тренируется под руководством мастера спорта СССР Зуфара Мифтахова. Стоп!